Эти кадры были сняты видеорегистратором автомобиля на Мариупольской улице в субботу. В результате ракетного обстрела погибли 30 человек, ранения получили более 100. Удар пришелся по жилому микрорайону. Ракеты взрывались на рынке, попадали в многоэтажки. Ребенок еще спал, вытянул его перегородку, чтобы накрыл с собой. Ну, не знаю. Ну, сильно страшно. Нет, за дитя было страшно. С перепугу ничего не помню. Снаряд залетел возле моего забора, и все. И стало газ гореть центральный. По данным ОБСЕ, обстрел производился с позиций, занятых вооруженными сепаратистами в Донецкой области. Сепаратисты отвергают эти обвинения. Они утверждают, что к обстрелу Мариуполя не причастны. Тем временем Служба безопасности Украины опубликовала запись переговоров, которые, как утверждают в СБУ, вел корректировщик сепаратистов в Мариуполе. Киевский рынок, короче. Затем была опубликована видеозапись допроса человека, который, как утверждают в СБУ, и был этим корректировщиком. Он говорит, что обстрел вели сепаратисты, и ракеты попали по жилым кварталам по ошибке. Я поехал посмотреть, что там произошло, и сказал пеплу, что они промахнулись на 1 километр. Утверждения СБУ не были подтверждены независимыми источниками. Обострение ситуации на Украине стало одной из главных тем пресс-конференции президента США Барака Обамы во время официального визита в Индию. Для нас было бы неэффективно ввязываться в военный конфликт с Россией по этому поводу, но мы можем продолжать поддерживать украинцев с тем, чтобы они могли контролировать свою территорию. Это включает в себя экономические меры, санкции, дипломатическую изоляцию России. Обама говорил не об оружии, но в США все больше людей требуют, чтобы Вашингтон начал поставлять Киеву так называемую летальную помощь. Об этом уже говорят в Конгрессе, этого требуют и демонстранты на улицах. В российском руководстве в обстреле Мариуполя обвинили украинскую армию. Об этом заявил в Совете Федерации замглавы российского МИД Григорий Карасин. Но сам Сергей Лавров на пресс-конференции в Израиле лишь упрекнул Запад в использовании трагедии в своих политических интересах. Очередная трагедия, очередное голословное утверждение, не дожидаясь тщательного расследования, оно должно быть тщательным на основе объективного вовлечения всех заинтересованных сторон. Не дожидаясь такого расследования, опять пытаются использовать человеческую трагедию, чтобы сыграть на руку странам, выступающим за ужесточение политики санкций по отношению к Российской Федерации. Нападение сепаратистов на Мариуполь осудил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Обострение обстановки в Украине собирается обсудить Совбез ООН, ОБСЕ и Совет министров стран Европейского Союза.